Всем привет. Так, вот насчет СТХ меня спрашивали. Ну вот кроме СТХ есть интересные редкие машинки, которые купить даже у коллекционеров в принципе нельзя. Может где-то такую можно найти, но это такой эксклюзивчик интересный. Вот, они продаются, ну, мне как бы ее предложили с таким, как бы, условно условием, что такие машинки только для коллекционеров. В общем, мне показали, хочешь бери, хочешь нет. Ну, объяснили это тем, что, типа, это редкий экземпляр. Конечно, я ее взял. Они продаются то ли в пакетах, не помню. В общем, а эту машинку, ну, я купил просто случайно там с несколькими машинками. Вот, я не думал даже, что это такой большой размер. Оказалось, она здоровенная. Это, мне кажется, Макдональдс, и у нее еще есть инерционный двигатель. Вот. Вот так она, оп, и поехала. Вот. Я сначала купил вот эту пластмассовую большую, а потом мне чисто повезло, и я приобрел еще такую из Hot Wheels. В общем, там есть несколько фоток. Конечно, уделил больше внимания вот этой пластмасске, потому что, мне кажется, она тоже редкая. Это чисто из Макдональдса, и в магазине ее не купишь. Ну, разве что где-то поискать в интернете. Ну, вот такие редкие машинки, особенно вот эта металлическая. Она просто офигеть, какая красивая краска. Да, она не на резине, но здесь их тоже эксклюзивные. Такие интересные колеса. Не у каждой вот вилсовской машинки она есть. Так, ну всем привет. Пока-пока.